В этом видео я покажу, как из лаваша можно приготовить три очень вкусных и быстрых рецепта. Конвертики из лаваша с сыром и помидорами за считанные минуты можно приготовить на завтрак. Сочный и невероятно вкусный пирог на сковороде хорош как в горячем, так и в холодном виде. Обалденные трубочки с вкусной начинкой покорили всю мою семью. Обязательно их попробуйте! Для приготовления конвертиков из лаваша сыр и помидоры нужно нарезать тонкими ломтиками, а лаваш – длинными широкими полосками. На край лаваша положить сыр, далее помидор и завернуть в виде конвертика. В миску поместить яйца, соль и перец по вкусу. Взболтать венчиком. Обмакнуть конвертики во взбитом яйце. На разогретую сковороду вылить немного растительного масла и смазать силиконовой кисточкой. Выложить конвертики и обжарить с каждой стороны примерно по 1-2 минуты. Лучше всего подавать конвертики с пылу с жару. В таком виде они самые ароматные и вкусные. Чтобы приготовить пирог из лаваша, в глубокую миску необходимо поместить 4 средних яйца, влить молоко, добавить соль и перец по вкусу, чайную ложку специй, я использовала прованские травы, тщательно перемешать венчиком. Яичную массу добавить натертый на крупной терке сыр. Я использовала сулугуни. Измельченный зеленый лук или любую другую зелень по вкусу. Тщательно перемешать. Добавить лаваш, нарезанный не крупными квадратиками. Удобнее всего нарезать лаваш ножницами. Все хорошо перемешать. На разогретую сковороду вылить немного растительного масла и смазать силиконовой кисточкой. Вылить полученную массу на сковороду. Разровнять. Накрыть крышкой и готовить пирог на самом тихом огне примерно 8-10 минут. Затем с помощью тарелки перевернуть пирог на другую сторону и готовить под крышкой на малом огне еще минут 5-6 до полной готовности. Готовый пирог получается румяным, сочным, ароматным и очень вкусным. Попробуйте, не пожалеете. Для приготовления трубочек из лаваша в глубокую миску необходимо поместить натертые на крупной терке вареные яйца, тертый твердый сыр, нарезанный зеленый лук, сметану любой жирности, соль и перец по вкусу. Тщательно все перемешать. В глубокую миску поместить яйца, влить молоко, взболтать венчиком. Лаваш нарезать квадратами или прямоугольниками. Выложить начинку на половину лаваша. Разровнять ложкой и скрутить в трубочку. Обмакнуть трубочки в яичной смеси. Растопить на разогретой сковороде кусочек сливочного масла. Выложить трубочки, смоченные в яйце, и обжарить с каждой стороны до готовности примерно по 2-3 минуты. Готовые трубочки лучше подавать в горячем виде. Это очень вкусно.